Так, ну что, сегодня 2 сентября, и мы вышли на грибную охоту. На проверочку, есть ли грибочки. Ну и вот, мы шли, и что, мы уже думали возвращаться, и смотрите, что мы нашли. Ой, как пахнет. Вот этот польский, это польский гриб, ребята. А ну, подержи. Мы будем сейчас благородного гриба брать. Так, режем под самую... Ну что, пожарим сегодня, да? Да. Так, вот. Смотрите, вообще не червивый. Так, сейчас на дочку режь. Под самый коберек. Что-то не вижу, не вижу. Ага. Так, дочка. Еще раз не увидела. Давай. Сейчас этого большого вот сюда, под самый корешок. Давай, режь. Так. Не рисанули? Сейчас. О, хороший. Папа. Пахнет. Умнел. Вообще, как нас дожидались. Ну и... А теперь я буду резать. Давай. Вот так. Да, ну да. Что, дальше пройдемся еще? Да. Ну да. Это что? Первое. Хорошее. Просто если бы еще 2 дня, и все. Ну что? И все, их съел бы червячок, да? Да, рябочки. О, папа все-таки припас пакетик. Все-таки с надеждой шел, да? Да, с двумя ножами. Осторожненько, дочка, ложи. Ну что, пожарим ее, наверное, да, Наташа? Да не знаю, как скажете. Осторожно их ложи, чтобы ножки не ломались. Можно заморозить. Заморозить, да? Угу. Ну что, пойдем. Пошлите дальше. Да. А вечер перестает быть сломанным. Да? Вот на это. Ну что ж. На паузе или до встречи? Нет. А? На паузе. Вот так нам ставьте. Грибы классные. Да? И пишите нам, пишите, кто собирал уже грибочки. Все, пока. И пишите, пишите нам, пожалуйста. Пишите много каналов и пишите. 10 подписчиков. Нам 10 надо, да? 10 друзей нам надо. Все, пока.